Для новой детской библиотеки в селе Тывыхаядзун Хемчикского района объявлен сбор книг. Так, детская библиотека имени Корнея Ивановича Чуковского присоединяется к общественной акции «Дарите книги с любовью», которая приурочена к Международному дню книгодарения. К слову, он отмечается 14 февраля. Выразить свою любовь к чтению и помочь полюбить книги детям села Тывыхая могут все желающие. В этом селе открывается первая детская библиотека. Сейчас формируется книжный фонд. Каждый желающий может принести книгу в дар в Тувинскую республиканскую детскую библиотеку с 11 по 16 февраля. А 14 февраля масштабная акция по книгодарению пройдет на Кызыльском Арбате. Библиотекари будут ждать книгодарителей с 14 до 15 часов. Все собранные издания будут переданы в вышеуказанной библиотеке.